хороша. А ты ведь серьезно рискуешь. Камыш стрелок опытный. Вдруг не успеешь перехватить. Правее поверни. Не каркай под руку. Объект, согласно графику, выехал по маршруту. Группа С. А где наш подопечный? Подопечный направляется к подъезду. Подопечный вошел в подъезд. Группе захвата. Полная готовность. Захват по команде. Алексей Андреевич, что желаете? Меню не надо. Давай нам чай зеленый, два. Мне рыба с овощами, а даме ваш фирменный салат из морепродуктов. Алексей Андреевич, да вы здесь свой человек. Я открою вам страшную тайну. Пару лет тому назад мы выручили мужа, хозяйки этого заведения. Но с тех пор у меня здесь открытый кредит. И вы пользуетесь служебным положением? Ну что вы, Татьяна Владимировна? Как вы могли такое подумать обо мне? Я здесь бываю, Татьяна Владимировна, только по работе. Алексей Андреевич, а расскажите мне, пожалуйста, о себе. А давайте я лучше расскажу о вас. Очень интересно. Вы живете одна довольно давно. В большой квартире в центре. Приходите вечером домой и устраиваете идеальный порядок. А с утра просыпаетесь и все разбиваете вдребезги. А по-настоящему вы живете только работой. Очень интересное умозаключение. Но не такое сложное. Что-то случилось? Это катастрофа. Татьяна, пожалуйста, подыграйте сейчас мне. Сюда идет хозяйка этого заведения, иначе мы отсюда с вами живыми не выберемся. Здравствуйте! Здравствуйте, милейший Алексей Андреевич! Здравствуйте! Здравствуйте, Гертруда Адольфовна! Я как нарочно немножко задержалась, и вот сюрприз! Такой гость! Ну что вы, что вы? Что вы? Милочка, извините, я не знаю, как вас величать. Татьяна Владимировна, это моя коллега. Очень приятно. Татьяна Владимировна, очень приятно. Как вам повезло, Татьяна Владимировна, что вы работаете с Алексеем Андреевичем. Ой, мне очень повезло, очень. Извините. Алло, Лесик? Лесик, привет. Это ее мужа вы спасли? Угадать, кто у нас сегодня в гостях? Да. Не угадал. Лучше бы это сделал кто-нибудь другой. Мой ангел-хранитель со своей очаровательной коллегой. Лесик, ехать сюда не надо. Я тебя очень прошу, Лесик, не надо. Кому сказала ехать, не надо. Черт, я же не должно быть здесь. Ну вот и умничка. Телефон. Ты у меня молодец. Что? Телефон. Красивое место. Что? Красивая. Поздно уже. Извините. Еще букетик. Каких вам? Вот этих. Вам завернуть? Нет, спасибо. Вот, возьмите. Пожалуйста. Спасибо. А это вам. Вы что, пытаетесь за мной ухаживать? Да. Вы мне нравитесь. Спасибо. Спасибо.
Добрый день, Татьяна Владимировна. Здравствуйте. Ваши места вот в первом ряду. Да. Но перед началом вас просили зайти в гримерную. Да, конечно, а как же. Пойдемте, я вас провожу. Я тоже. Да, пожалуйста. Алексей, ну что, в конце концов, подождите, пожалуйста, здесь. Катюша. Ой, привет, как хорошо, что ты приехал. Ребятушки, у нас аншлаг. Так, дорогая, я тебя испачкаю. Ну, как Настя, ты? Ну, тихонечко. Ай, мои слова забыли. Давай, не надо, не волнуйся. Побежали, побежали. Там столько народу собралось.